Это что такое? Осветили комнату светящейся жидкостью. Мамикс. Всем здорово, ребят! Один часть дома. Нет, не переживайте, мы не забыли включить изображение, в которой абсолютно нет света. Да, и задача сегодня... Красиво как. Ладно, при помощи нее мы прямо сейчас хотим осветить комнату. Быдло ты ебаная. Мы начнем ее красить. Привет. И я первый сейчас предмет, посмотрим, который... Это буду я. Ведро жидкости светящейся. Прямо себе на голову. На круто. Это мои карманные деньги. Наверное, спасибо. Очень приятно. Фух. Так, ладно, вы готовы? Я? Я нет. Ну, поехали! Охренеть. Красотища какая. Крутяк. Светящийся мамикс. Опа, здесь кольцо. Отлично. Побежали, побежали. Бля, мамиксу вообще заняться нужно. Мамикс, светлячок! Окей, давайте дальше. Ой, ёп. Знаете что? Он сладенький. What the fuck? Все равно это не очень приятно. Твою мать. Конечно же нет. Так, у меня есть еще целая банка люминофора. И знаете, что я сейчас сделаю? Я сюда кое-что засуну. Вот это. Как вы думаете, что это? Блин, это очень странное видео. Как ты его по-разному воспринимаешь? Вот я засуну, там себя обливать какой-то жидкостью, потом оно у него изо рта течет, да, она сладкая. Этим, что ты не сделаешь. И типа из этого видоса можно целую нарезку сделать кое-чего. Эту комнату раскрасить очень быстро и эффектно. Но конкретно, я думаю, вы уже догадались. Но если не догадались, то прямо сейчас. Наспар, спасибо. Ну давай, зажигайся. Давай, ну. Ну, давай. О. Вообще, знаете, что я хотел вам сказать? Загорелось. Ёбаный, блядь. Ну, теперь буду почаще, надеюсь. Так вот, что я хотел сказать. Так... В последнее время в каждом ролике вы пропускаете фрагмент, где вас просят поставить лайк и подписаться. Так, в Украине. Это скучно. Но в этот раз я постарался сделать интересно. Блять! И сказать очень а быстро. Я испугался. Поэтому вы не промотали. Ага. Так что поставьте лайк и подпишитесь. Пожалуйста. Да ты заебал! Реально ли стать популярным стримером в 2020? Охренеть! Охренеть! Вот это взрывчик! Всю комнату забрызгало! Смотрите на это! Как же это круто выглядит! Да чё, скипы, прикольно вроде реально. Я бы реально такое вместо кукинга постримил. Это реально очень-очень красиво. Только как потом все это убирать? Очень хорошо досталось потолку. Смотрите, здесь очень... Так, ладно, дальше. Он будет еще что-то делать? Оо. А, это он пистолетом, окей. Ярко, все такое голубое, прям насыщенное. Но, если честно, глаза при таком свете очень сильно устают. Здесь? Давайте посмотрим. Потому что так, время... Все? Че, блядь, делают? Ну что, ребят? Вот так вот освещает комнату люминофор. Да-да, вся светящаяся жидкость, которая в общей сложности стоит 100 тысяч рублей. Охренеть просто. Именно пора, стоп. Да. Конечно, мощности фонарика. Короче, понятно, ясно.